Внимание на каждого мужчины до 80 кг масла. Я называю места участников с 7 по 1. На 7 месте по решению судей участник под номером 244 Константин Мерзляков, Свердловская область, 105 баллов. Спасибо за выступление, прошу пройти за кулисы. 6 место Константин Карлов, номер 241, Республика Коми, 85 баллов. 5 место Александр Мартынкин, 243 номер, Самарская область, 80 баллов. На 4 месте Сергей Горохов, Санкт-Петербург, 239, его номер, 60 баллов, выбирает спортсмен. 3, 2 и 1 места распределились очень уверенно. За 3 место награждается представитель Свердловской области Артем Деянов, номер 242. Его результат 45 баллов. На 2 месте по решению судей с результатом 25 баллов спортсмен из Калининградской области Сергей Симонов, номер 246. Побеждает в этой категории абсолютным большинством судейских голосов Александр Рябинин, Алтайский край, номер 238. Мы также просим подняться тренера Дениса Капустина, если он присутствует в зале, для получения награды. Денис, поздравляю. Еще раз обращаю ваше внимание, что призы победителям предоставлены нашим генеральным спонсором фирмой okfit.ru. Итак, фотография на память Александра Ебенин, Сергей Симонов, Артем Деянов.